такую фигню, что типа Смотри, минута есть. я друидом пойду. Ну, наверное, уже нет, потому что сегодня нет РТ, а Я потом мы... десятку закрою потом без проблем. Да. Десятку, кстати, пойду потом. Магик или Груль первый войс? Груль. Десятку надо мне сходить будет. Варом. Слав, я сейчас приду срочно. Пока летим на Груля. Не знаю, не могли они до робота апнуть паладина, чтоб, блядь, проверить ДПС. Прекрасно, что он... Это мне похуй на все эти нерфы. Не, на самом деле мы бы вам под это. Кто у нас начал робота? Мне кажется, были бы просто бы Т5, ну, поизменили до робота. Потому что типа там срыв гроб был вообще очень. У тебя сальва есть, у тебя бабл есть, у тебя боб есть. Тебе срыв вообще Боб не сальва грозит. не. Боб и сальва не снижает игру. Должны. Не, на роботе не работает. Ты не в курсе, что ли? Я в курсе, что на Сирусе это неправильно. Я типа приходилось стопать даже сегодня, типа потихоньку ДПС. Блин, а там фон в персе. Она на паладине, по-моему. Ну, типа тебе вообще ништяк, ты ж типа с красной начинаешь, тебе еще больше типа апнет. А ты что, нет, что ли? Нет? Я под крылья даю и под Т5 печать. Ну, под эту, под Т5. А, ротация как у Драгонсона. Нет, почему как? Это старое. Он по другой, он тоже по разгону. Он как-то, он, короче, он тоже начинает по другой. Но я так пробовал, у меня типа меньше ДПС получается так. У меня типа мало статов, у меня молотки типа меньше дамаг. Еще меньше, типа, если я эксплодую. Там самонить. Может, кто-нибудь тыкнет? Спасибо, я тут. Полина, ты на каком персонаже? Листочек. Вот, мне в хила обратно. Да и так 5 хилов. Понятно. У кого ДД есть, там хилы спекайтесь в ДД. Если в прикол 5 хилов хили, то я не знаю. Тут троих хватит. Это хорошая штука, Саш. Амунбир это литера, да? Или я что-то не понимаю? Ну так друида кикнуть можно, да? Сейчас ролл, сейчас линкану. Маунта роллил, не?
если магика. На вот эту шею ролл кидайте. Выйдите из инста, сейчас умнем его, шею передам. Одно тело кто-то. Так а тут шкаф стоит. У него КД. А. Я вышла. Можете мобов побить, там три моба. А, вот тут тебе пришел сумон, нет? Откуда это, Саш? Где она падает? Походу придется символ ставить тоже, но бесплатный, но типа походу. Чё, ну шаманы диспейлить не умеют? Что это диспейлить? Паладин умеет. То есть у вас два мага, ты хочешь, чтобы шаман диспелил? А тебе сложно один раз кнопочку нажать? А магам сложно нажать? Диспел или декурс тебя интересует? Разве? Он про пурш говорит. Ну, магам нажми и хиль себя, блядь. Хуже моба. То, что диспелится, маг не может снимать. В смысле, хилку, которую он вешает, которую он говорит, чтоб я шаман... Декан на двоих пуляй. Стопай, есть. Гайд. То есть тебе сложно на кнопку нажать и дальше свою волну исцеления тратить. Время уже без 4 минут РТ, надо отдохнуть еще. Я ревностно сработал. Душа у нас не тепло на сове. Неплохо бы, чтобы какой-то любой танк нажал таунт на кроша. Решал. Забрала слепой глаз. Вот этого зальем первым. Кеглера. Откидываю. Вихрь сейчас был. Самый бесящий мод. Противно, ага.
следующего, говорит, а следующий он. Айзик, ай-яй-яй. Скажите. Там, как обычно, на магике плюс 5 за кубы, на маунтан до 4. Я на кубе войн. Это ему мы хату хотели делать. Что за дела? Все можно хату убирать. Ну да, ему видимо. А что за причина? Вообще не в курсе. Кто ливнул? Black Silver. Да, ему. Что, к старому пошел? Black Silver. Киллер, да, да, да. Это я неправильно прочитала. Зайду, зайду, уберу. Там еще две ДВшные гильдии есть, помимо старого. Посмотри, куда пошел. Это вообще плохо. Сейчас запустим. Пошли к нам. Подожди, надо ребафнуть. Ну, там беженцы мертвые, видишь, блядь. Вставай. Ребафнуть их. ДК есть Т5 у этого, нет? Все у него есть, но он очень редко ходил в рейды в последнее время. Что можно, да, брустануться? А, блядь, я про Ливера. Про Ливера? Бенч набирать надо. Дим, Т5 у тебя есть? Про ТГ, который у руля танчит. Thank you.
там шалево, простите, кому надо. Он друлька подбирается. А Гевка сегодня есть? Завтра будет. Ребятки, вижу сука, сразу же на май. Сразу дашь портал, все правда. Роги, вы там на починку не разоряетесь вообще? Как, нормально? А при чем тут роги? Я не знаю, по-моему, они по КД просто умирают. Ни один рога не умирает. А что написал этот заявление? Умирает на трэше от переагры. Это да. Прыгаем в портал. Дайте порт, пожалуйста. Да напуливать, чтоб не умирает. Мне кажется, кроме самого большинства, это роги умирают. Надо кому-то придираться, вот. Я буду Кэлрэю. Я понимаю по-доброму. Я буду Кэлрэю. Элрэй, почему ты умираешь? Ну что за дела? Он такой, да тут я промолчу, да? Гороскоп такой, так звезды сошли. Тихо, тихо, сейчас враска услышит. Всего тебе хорошего. И я по-доброму, он знает. Сейчас враска курятник свой разявит. Курятник, блядь. Да ладно, ладно, ну что ты, ну не моя главная курочка, моя семья. Не начинайте, мальчик. Ух ты мой сладенький розовый, да-да-да-да, давай. Хватит. Люблю розовых, еще с БГ. Давай ты будешь. Мальчики. Люблю желтых, да? У нас взаимная симпатия. Да мы вон летим. По классам. Сегодня труп свой в келье не кидал, ты мне лучше скажи, то я не помню. Что-что? Ничего. Обрыгивался. На кубы 5 тел плюс 5 кровл на Т5 и на маунта. Т5? Я за. Я выебал немного. Ты каждый, да, каждый раз. Давай ролить места на кубы, я тоже хочу на кубы. Да лоб. А чё только? Фетиш нет случайно? Прикинь, фетиш что ли? Шутка зашла, да. Фетиш такой на ролл кинул. Не знаю, что за маг, не доверяю, блядь. Кто еще на куб есть? Хантау Рена, давай метку. Давай. Блять, желательно бы вместо Элрея какой-то слакер. Не-не-не, я хочу. Комплимент, понял? Понял? Комплимент. Какой-нибудь слакер. Блять, а там кто табурет, Хоггера там убивал табуретка вообще? Синяя. Там табуретка синяя красивая.
Бойт это легендарф, его нельзя убить. Там, блядь, по мне звездопад дали, суки. Надеюсь, лок в инсте? А, отлично. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу. Сумоним всех там. Не дохните только лишний раз. Нам трэш надо убить. Да, там маленькие. Не я надо к ним подходить, мы вас в инст уже сумоним. Не теряйте свои тела. У меня ревностный есть. Я толковый паладин. Тикайте на сумоны там. Тут так не присумонится никто. Так, получается маг. Два мага вам сумоните. Все, вроде все тут. Последний шуман идет по шуману. Все, пошли. Ты гастрик ГП. Крас... Я, чё? Кстати, тоже так могу. Че он, чё он сделал? Бубы кидает. Что ж так могу, я сейчас сделаю. Гастрик готовился. Готов. А он главный любитель бубы кидать. Может, не да он? Вы кидаете ГП, я вам... Мейн потом насильствуем. Это макрос, она знает его. Гастрик, готовься, я сейчас тоже так сделаю. Макрос-то есть, только он на ПВП спеке. Это ГП. Я не боюсь, я не в гильдии. Я же говорю, тыщенку на мейн, тем, кто балуется. Ой, все. А ты, у тебя есть аддон, чтобы посмотреть, что это? Можете назад вернуть? Что-то кинул пул. Надо ехать нормально. Именно в меня? Конечно. Отчество мне. По, бля, теории вероятности уже есть, что это? По теории вероятности? Ты знаешь вот это код Шрёдингера? В курсе? А ну-ка расскажи. Да про кота в коробке. Разве? А я думал, это теория вероятности Шрёдингера. Там молодец. Очень интересно. Рассказывай. Блять. А ты не знаешь, как он это доказывал, что там кот в коробке, либо он жив, либо мертв, теория. Ты в курсе вот это, нет? Ну, я теорию знаю. Ну, блядь, и в чем куда-то. В теории про кота вообще ни слова. Там кошка была. Он одновременно и жив, и мертв. Это для обывателя объяснение. В самой чё, теории блядь, ноль доктор, слов. Ты, у тебя докторская есть или что? Я не понимаю. Я физик. Молодец, блядь. Ну вот видишь, с кем ты разговариваешь. Побойся бога, блядь. Побойся рогу. Все метанки поставлю, только не тыкайте ничего. Вот в теории наш рейд может вайпнуться, а может не вайпнуться одновременно. В теории наш рейд одновременно жив и мертв. Ты скажи, там это розовые, это мертвые. Да, ты хочешь сказать? Так, Элрей, я на половинец. Ну, все, чек на пришла пул. На темную сторону. Назад дороги нет. Хотите, а кто танчит? Ты босса. Ага, Пегастри окей. Потом спекнется в ретрика. Все готовы? Ну все, пуляем. Вот тебе за это, понял? И шо дальше? Макрос он снял, да? Осторожно, ручками, ручками. Ручками, ну что, откатится я еще с ним. 10 минут откатывает. Как раз когда у тебя будут бурсты, и ты будешь стоп, потом... Стоп, Тима, блядь, умоляю. Я в кубе стою, не без разницы. Я тоже не куб. Можно сделать всеобщую подлянку, когда у босса станет 500 тысяч, кубы не сказать. Так
Вот это да. Вот тут так, теория работает. Я бы же детские розовые приколы, блядь, прохавал еще лет, наверное, 7 назад, когда начинал играть в этот день. Лучше бы не начинал. Розовые. Вот я зайду на шамана и буду а-та-та делать. Шо, роги разве на хилов не напуливают? Шкары, детские приколы. А не, кстати, был как-то... Они перестают быть детскими только тогда, когда роги напуливают друг на друга. Вот куда это есть? Как-то был, короче, пук тоже рога. Он доказывал, что он напулил на танка. Я вижу, что он напулил на меня, на пул висит, зараза. А если рога напулит, а второй рога напулит, то первый напул перекинется на рогу того, кто давал напул первый? Они, короче, меняются угрозами по факту, и у них остается много. Такая же мощная угроза, как и в начале бурстовая, просто они бурстят себе дамаг на определенный процент. Ну, я, кстати, не знал это. На 15, если не точно. Ну чё, всеобщие проблемы делаем, не? Не знаю, про чё ты. Сколько у меня собака, если я говорила? Передачу угрозы можно снять себе канцлауры. Откуда у нас пришел Элен 286? Какой день? Не знаю. Это было кошмарно. Так было дело. Жишок даст ПВПшер. Ник знакомый, он точно не донатит. Откуда он 286 нам мутил? Убил уже всех. Ляру 5 раз. Геля 10. Фул ПВП, что ли? Света нет. Я просто боюсь даже. Он совсем задумажит. Кот, попячься. Не бойся, Вася. Все будет хорошо. Мы с тобой все равно в хилах. Пойду в кулебало играть. Кстати, так и не разобрали. И Настя ушла. Кинула. Угу. Дотянулась на него, куб был, видно. Подстанчик хорош. Дракон. Чё там? Дракон сейчас быстренько разрубит.
если дракона, скипетр. Сану барака. Скипетр. Дракона начни, пожалуйста. Сейчас. Главное не забыть, что те, кто на кубах стояли, плюс 5 кулу. Только на дракона, да? Вот дракон. Блять, ну топовый ролл, конечно, у меня. Там 99, вон. Враска, да? Нет, не я. Один паладин. А, Лакоста. Я 2 кинул вообще, какие 90? Я 3 кинул. Кусок, грудь. Ну, конечно, топовые роллы, мне кажется, нам надо отдавать. Пароль скипит, пожалуй. Сейчас отдам кусок. Что там? И Пегас 3. Опа! На скипетра не действует плюс 5 к роллу. Не действует, но я соточку кинула. Синяя табуретка. Плеч. Штаны кидай обмен везде. Триня на танк какая-то. Там 192 стамины. СК что ли, которая? Ну. Она ж, блять, как это, как ПВПшная ХП дает, да, при прожарке? Угу. Или что?